Вот снимаю я уже второе видео. Сегодня на дворе у нас 19 марта. Первое видео вчера, как привез я его домой. Снимал, отправил, но в формате Павла не устроило. По замечаниям, по качеству вопросов нету, кроме нескольких нюансов. Нюанс первый, вот это крепление, оно обломилось, потому что они его, вот они разгибали, загибали, в итоге они его с транспортным, потому что располагался вот так, с транспортной они, наверное, потому что либо груз туда внутрь помещали, либо что, он там им мешался, короче, в итоге отломили. И в дальнейшем, как-то, наверное, Павел, вопрос нужно, я понимаю, попроще все мы хотим по шлангам. Вот у меня такая ситуация, что ну, какой-то из них процент уже надо менять сразу же. Потому что вот эти задиры, они уже до металлической оплетки. Это на вот этом длинном, потом вот. Потому что смысл, как говорится, их сейчас соберешь, их надо сейчас по новому все. Тут же такая же песня была, потому что в сборе пришел, это я уже отсоединил его домой, он ехал от распределителя в машине. Ну и у нас вот эти сходни тут должны отдельно, они укладывались, но короче в итоге они не пришли. Вчера я написал жалобу в транспортную, и мужики, кто будет заказывать, ну я просто свое мнение буду говорить, кто как к этому отнесется. Ну вот они выставляют, транспортники, счет на оплату. Но все мы по-разному владеем системой платежей электронных и тому подобных. Я попал в ситуацию так. Павел мне его в транспорт. Я его по произвольным реквизитам, которые там есть, оплатил. И вот где-то 12 или 13 числа они эти платеж подтвердился. Потому что где-то что-то зависло. Тут как раз 1 числа у нас были введены санкции. Потому что лучше, я думаю, оплачивать уже на выдаче. Как говорится, осмотреть его в каком состоянии, потому что ну я просто в эйфории, то, ну долго я его ждал, все это понятное дело, как говорится, не 5-копеечное, потому что подобные, я вот вам скажу, я смотрел епошку, мне за него зарядили 300 тысяч, так что думайте сами. Этот мне обошелся с доставкой, ну и что ездил, ну, где-то 181 тысяча. Это и с транспортной доставкой, что я свой луноход гонял. Так что, как говорится, стоит подождать, чтобы это, потому что это вещь, это не какая-то там эти игрушка, безделушка. Так, конечно, вот эти потертости, они тут есть. Ну, я не ожидал, это мы в России живем, потому что, как говорится, кто и как. А не потому, что вот его на погрузке в транспортной не могли здесь мне его загрузить. Потому что у нас снега еще вот, сами видите, сколько. В транспортных там никто не чистит. Они вот сюда задвинули. А дальше вот пришлось его 270 килограмм корячить нам втроем. И он транспортник помогал, и у меня еще
Но вот этот вопрос у меня в очередь, я записался к Павлу 9 июля. То болели, то, ну, всякое бывает, не претензии к кому-то, потому что мне уже, как говорится, было либо его добиваться, как говорится, ждать всего этого, либо, как говорится, платить 300 тысяч. У кого, как говорится, кто не хочет ждать, пусть ищет, там заказывает. Но я не думаю, что он придет к креплению под ваш трактор, чтобы, как говорится, тоже он...